Привет. Привет. Я Адам Вебер. Кажется, вы покупаете бейсбольные карточки. Эти карточки более старые, чем те, что у вас на витрине, но, может, они вам пригодятся. О. Сколько ты хочешь за серию Микки Мантла? Ну, вообще-то я думал продать все карточки. Правда? Не шутишь? У меня 100-долларовые купюры, а мне нужно что-то помельче. Доллары, десятки, пятерки. Я тебя понял. Слушай сюда. Что, если я дам тебе $500 мелкими купюрами за всю коробку? Отличное предложение. Предложение дерьмовое. Я работаю, Ева Белоснежка, а не лезь не в свое дело. Я вижу, как ты работаешь. Бонсуар, мадемуазель. Ты француз? Нет, я приезжий. Я приехал по делу. Твое дело явно не связано со спортом. Вот эта карточка Мантла стоит $600 сама по себе одна одинешенька. Да брось ты! Нет, это ты брось. Молодец. Ты уволена, ты это знаешь? Я ухожу. Нет уж, это я тебя увольняю. Так же, как парикмахер и дилер подержанных машин. Знаешь, почему, дери тебя Господь, ты вылетаешь с работы? Потому что, дери тебя Господь, не умеешь молчать. Извините, сэр, но я просил бы вас не упоминать больше имя Господа в суе. Ты что, недоволен, пацан? Да, я вами просто недоволен. Пойдем, горец, я тебя выведу. Да, мам, меня зовут Адам. Адам и Ева, два сапога пара. Надеюсь, вы нашли друг друга, радуйтесь. И скатертью вам дорога. И не вздумай вернуться, чертова выскочка. На этот раз я серьезный.